Доброе утро и приятного аппетита, зрители StopGame.ru! В эфире Инфакт! 2023 медленно, но верно приближается к своему экватору, а Remedy все никак не назовет дату, когда мы наконец сможем швырнуть в нее деньги и снова отправиться сражаться с тьмой в Alan Wake 2. Ведь по заверениям команды это должно случиться в этом году. С недавних пор активными поставщиками информации у нас стали актеры, принимающие участие в разработке игр. Так вот, Мэттью Паретта, мужик, чьим голосом говорит Алан, проговорился в одном подкасте, что игра стартует в октябре. И мог бы больше сказать, да договор о разглашении мешает. Так что ждем подробностей от разработчиков и официального анонса. Alan Wake 2 выйдет на ПК, в Epic Game Store, PlayStation 5 и Xbox Series. Ubisoft пока еще стесняется показывать игровой процесс Assassin's Creed Mirage, но кому-то слишком уж не терпелось поделиться материалами с общественностью, и этот человек слил в сеть невероятные 2 секунды геймплея, на протяжении которых герой просто бежит по улице. Но несмотря на такой хронометраж и отвратительного качества запись, слив все же сумел привлечь внимание. Кто-то отмечает, что движения героя напоминают Эйвора из Вальгаллы, кто-то вспомнил Арна из Assassin's Creed Unity, а кому-то 2 шокальных секунд хватило, чтобы оценить проработанную физику одежды, цветовую палитру и движение NPC. По понятным причинам я утекшие материалы включать в видеоряд не стал, но можете их глянуть по ссылке в описании. Более приятными глазу и куда более содержательными оказались слитые видосики из Harry Potter Quidditch Champions, онлайновой игры, посвященной, собственно, Квиддичу. Один из участников закрытого тестирования, несмотря на запрет, решил просто постримить игру. Разумеется, правообладатель повсюду эти записи блочит, но интернет помнит все. В одном из сохранившихся видосиков стример управляет охотником и ловит квофл, а в другом же правит загонщиком и бьет дубинку по бладжеру. Опять же, кому интересно, гляньте ролики на нашем сайте. Quidditch Champions выйдет на ПК и неназванных консолях, когда — неизвестно. Запись на тестирование все еще открыта. Некоторое время назад, еще до официального анонса Mortal Kombat 1, проскочил слушок, мол, в игре будут персонажи из франшиз, принадлежащих Warner Bros. На днях эта информация подтвердилась. Известно, что игроки, которые предзакажут премиальное или коллекционное издание, получат в качестве бонуса так называемый Combat Pack, куда войдут 6 играбельных персонажей и еще несколько камео. Так вот, в боевую шестерку войдут Homelander из Пацанов, Omni-Man из Неуязвимых, Миротворец из вселенной DC, а также Куан Чи, Ермак и Такеда Такахаси. А вот в качестве камео появятся Джонни Кейдж, Хамелеон, Тремор, Ферра и Мавада. Mortal Kombat 1 выйдет 19 сентября на ПК, PlayStation 5, Xbox Series и Nintendo Switch. Асимметричный хоррор Dead by Daylight вот-вот отметит свою 7-ю годовщину. В честь этого разработчики подготовили несколько анонсов, касающихся того, что ждет их детище в будущем. В зародившейся вселенной ДБД появятся 2 новые игры. Первая — интерактивное кинцо от авторов Until Dawn и серии The Dark Pictures, со своими персонажами и присущими играм студии выборами, которые повлияют на развитие сюжета. Подробности озвучат в течение 2023-го. Второй же проект представляет собой кооперативное ПВЕ на 4 человек. Известно, что игра затронет темы жадности и жажды власти. Но больше ничего не известно. Разработка находится на ранней стадии и деталей в ближайшее время не будет. В самой же Dead by Daylight 13 июня стартует новая глава с научно-фантастическими мотивами. Пати выживальщиков пополнит техник Габриэль Сома. В роли охотника выступит убийца Сингулярность, а в качестве арены разработчик бы подготовили локацию с инопланетным пейзажем. А еще в игру завезут маски музыкантов группы Slipknot. Глава PlayStation Джим Райан недавно дал интервью, в котором затронул тему переносов эксклюзивов PS5 на пекарню. Так вот, в ближайшее время Sony не собирается выпускать свои новые проекты одновременно и на ПК, и на консоль, хотя в принципе PlayStation Studios видит в персональных компьютерах большой потенциал и не перестанет активно переносить свои проекты на ПК. По словам Райана, сейчас главная задача заключается в том, чтобы игроки в первую очередь использовали
использовали в качестве платформы PlayStation 5. Для этого компания занимается наращиванием производства эксклюзивных игр. И, судя по словам Джима, на персональные компьютеры эти проекты будут выходить только спустя 2-3 года. Также глава PlayStation выразил свою уверенность в успехе грядущей Marvel Spider-Man 2, которая, как говорит Райан, должна выжать все соки из PlayStation 5. Новый паучок должен выйти погулять когда-то осенью текущего года. Неизвестно, есть ли у игр свой рай, а вот что касается ада, производственного ада, эта штука существует определенно точно. На этот раз, если верить слухам, в эти инфернальные сети попала новая BioShock от студии Cloud Chamber. Пользователь Twitter под ником OopsLeaks, ранее уже сливавший информацию о производстве игры, поделился новыми, совсем неутешительными сведениями. По его словам, летом прошлого года разработку игры перезапустили в четвертый раз. Состав команды разработчиков постоянно меняется, что и является одной из причин регулярной смены игрового концепта. Многие задачи после сотрудников, занятых по контракту, переделывают куда менее квалифицированные специалисты из-за высокой текучки кадров. Но самое печальное заключается в том, что новая BioShock до сих пор не получила достойного сюжета. А ведь история всегда была одним из важнейших элементов игр серии. И хотя после очередного перезапуска производство более-менее наладилось, релиз назначенный на 2025 может вполне переехать еще дальше. Плохое управление, неуверенность в финансовом успехе и сомнительная кадровая политика — это причины того, почему разработка игры идет так тяжело и занимает так много времени, пишет OopsLeaks. Жать F пока еще рано, но тревожный колокол уже, считайте, звенит. И закончим сегодняшний выпуск небольшим блицем. Журналист Том Хендерсон сообщает, что в конце недели THQ Nordic выкатит свежие новости о перезапуске Alone in the Dark. Анонсированный в прошлом году хоррор Homebody, навеянный молодежными фильмами ужасов 80-х, станет доступен 1 июня на всех платформах, но без перевода на русский. Тогда же грянет и бумер-шутер Slayer X Terminal Aftermath Vengeance of the Slayer, спин-офф симулятора интернета 90-х Hype на Space, платформы ПК и Xbox. Также игра войдет в подписку Game Pass. Разработчики научно-фантастического экшена Glacier наградили свой продукт новым трейлером и примерной датой выхода. Погрузиться на дно океана и посмотреть на циферки урона можно будет только в 2025 году, исключительно в Steam. И, наконец, единственное и неповторимое DLC Phantom Liberty для Cyberpunk 2077, по слухам, должно выйти в период с 8 июня до начала июля 2023. Такие новости. Кстати, а вы уже посмотрели свежий выпуск Рефанда? Нет? Ну тогда бегом к нам на сайт. Там вас также дожидается видеообзор Darkest Dungeon 2, текстовые обзоры игры Humanity и DLC Tours and Tournaments для Crusader Kings 3, а также статья о том, почему задумка с PvE-режимом в Overwatch 2 была заранее обречена на провал. Приятного ознакомления и продуктивного дня!